Всем здорова, друзья, меня зовут Шок, и сегодня в CSGO вышло обновление, где добавили новый кейс в честь 20-летия CSGO. И что я могу сказать? Это не операция, это не новое оружие, это не новое что-то интересное и полезное, это кейс и капсула. Короче, все очень плохо, но кейс неплохой, могу сказать, и это правда. Очень много красивых скинов, но мне больше всего нравится авик, понятное дело, и ножик. В этом ролике я вам покажу эти скины, которые добавились, вы видите, как они выглядят и так далее. Но есть две проблемы. Первая проблема — это то, что в этом ролике будет просьба поставить 30 тысяч лайков. Не спрашивайте почему, просто можете прямо сейчас тыкнуть на лайк. И завтра в 20:00, вот сейчас 19 октября 03:41. Так вот, я уже 20 октября в 20:00 опубликую ролик, где открою, внимание, 60 кейсов. Это 30 тысяч рублей. Короче, я хочу сильно потратиться, потому что кейс меня впечатлил. И ножик выбить очень хочется. Так что ставь лайк прямо сейчас, чувак, это очень важно. Отвечаю, вот прям по таймингу я запущу этот ролик. Обещаю, не задержусь. Но есть одна проблема. Первые минут 5 в этом ролике не будет камеры. Так получилось. Не буду говорить почему и как. Просто приятного просмотра. И погнали. Окей, Макс, готов? Да, брат, я готов. Короче, дефолт говнище. 1.6? Да ладно, это дефолтный, чувак, типа. Там все скины посвященные какой 20-летию, понимаешь, там... Каждый скин — это что-то с чем-то. То есть, допустим, Wildfire — это операция была, если тебе не запоминает. Ностальгия — это с 1.6. MP9 — это с Гидра. Там даже название Гидра. О, это здесь я помню, Wildfire, это одежда была их. Да, 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 все верно. А знаешь, в чем Рафлан? Ты на Глоку посмотри. Ага. Да, граффити. Угу. А Уолфмейстера. Лучше бы на Авик Симпл закинули на зум. Было бы круче. А это что? Тоже, да, форма? Бадди. Да. Вон у тебя сзади. Да, форма. Это что у нас? Попдок — это на трейне карта. Да это ладно, на старом, старом 1.6? Ну да, вообще это называется попдок. О, это звука, вроде бы. Да, это какая-то карта. А это? Ассаут, это там же написано. Ассаут, да. О, это с Гидры. Да. Это просто 1.6, ностальгия. Да, менюшка. А это? О, все карты. Ну, там все карты написаны, да. Которые вообще были в КС. Вот могут же... Это я так и не понял. Тут просто пачка, ну, бомба. Пацаны, кто шарит, напишите по-братски, я закреплю. Не с 1.6 ли? Я закреплю комментарии, которые объяснят, что это такое. Все, давай открывать. Я предлагаю открывать. Я тоже. Окей. Чувак, я тебе так скажу, мне пролетело 4 авика. Я сразу скажу вам, что я посмотрел ценники, и у меня есть плохие новости. Он 150 рублей. Вообще ничего не стоит здесь. Внимание, самое дорогое, что здесь есть, это 53 тысячи авик. Ножи я не вижу, ножей здесь нет как будто. Есть. Короче, 5, 8, 7, то есть сразу маленький ценник. Почему-то очень быстро, за 3 часа так ценники упали. А, боже, я вам ножик не показал. Ножик как будто из 1.6, короче. Ножик из 1.6 просто. Ножик — это логично, уже все знают об этом. Ну да. Ну вот мне по дефолту падали скарчики всякие и все. Чувак, если тебе упадет нож или авик или фамас, я просто выйду с дискорда. Я не хочу это смотреть. Фамас, который золотой. Потому что, чувак, я открыл 53 кейса, и у меня девушка выбила за 18 кейсов дороже, чем я за 53. Кейсов? Я дал на своем аккаунте открыть, типа от ее руки, да, и она выбила дороже, чем я за 53. Понимаешь? Я в таком... Вообще, пофиге. Чувак, ничего не выпало. Я, конечно, все понимаю, но у меня такая же судьба, как у тебя. О, гидра пролетела. Да нет, понимаешь, у тебя-то синька одна летит, фиолка там, да? А у меня 4 авика пролетело. И мой первый кейс, когда я открыл, у меня первая пушка, которая, знаешь, на пролете идет же, да, вот самая первая, которая показывается, это был авик. Оу! Ну слушай, хоть ладно. Что-то. Сколько это стоит? Да, ты лучше. Я не знаю, я не смотрел. Так, что вообще по качеству? Я думаю, 3000. 750, немного поношу. А что вообще по качеству? Немного поношу. Немного поношу. Нормально. Сейчас. Да, давай сотрек еще. Нет? Ну так, ладно. Это сколько нас стоит? Это дешево. 120 рублей. 200 максимум. Честно, да, вот, я хочу, чтобы именно тебе нож упал. Мне не повезло. Но вот тебе, пофиг, нож упадет, будет, я буду рад. Мне будет на душе спокойнее, что хотя бы моему братанчику упал нож. А я при чем? Ладно. Да ты что, издеваешься? О, статрек. 600 рублей. Ну, около, о, да, боже. Это дорого. Это да дорого. Ладно. Для 600 тоже, да. 870. Охренеть. О, Фамас. Ой, UMP. UMP сколько стоит? Ну, он красиво выглядит. Чтобы как 65 рублей. Чтобы его как не обсирал, мне он нравится, честно скажу. Мне авик нравится, чувак, он очень красивый. Да, я тоже сказал, если мне авик выпадет, я его за эту сторону поставлю и буду с ним играть. Мне вообще пофигу. О, видел? Да. Ну, забей, для меня это уже не удивление. Все говорил, братик. Короче, чуваки, я сейчас
Открываю еще 9 штук. Нет, еще 5. Чувак, я тебе говорю, на азарте я так просрал. Чувак, я доиграюсь, подожди. Я добьюсь. Либо красный, либо ножик. Хорошо. Да, нет, он уже начинает... Он уже троллинг, это да, уже троллинг. Это уже троллинг прошел. Это троллинг, да. Братик. Давай, книф, прикати. Да, нормально. Статрек, да? Блин, я тоже ждал статрек. Ребят, последнее открытие. Последнее гребаное открытие. Если сейчас не падает, я заканчиваю. Но, внимание, я скажу сейчас одну жесткую фразу. Готовы все? Шьюпи. Короче, вот чуваки. Давай. О, смотри, тут код 735608. Ну да, код бомба. Так он выглядит, как пачка. Да. Изнутри. Окей. Почему бы и нет, вопрос. Поэтому мы начинаем. Я купил на 20 тысяч рублей еще кейсов. Их получилось 40 штук. Я готов. Let's go. Да? Let's go, попробуем. Да. Let's go. Давай. Да, да, да. Ох, чувствую, сейчас на жесткий упадет кому-то. Чувак, я буду верить в это. Я буду в это верить максимально. Так, первый пропуск. Первый забей. И такое, скорее всего, будет повторяться очень долго. Но зато мы сможем сделать в конце контракт и, возможно, дать им-то тайного. Так, аук пролетает. Мне начало максимально не нравится, но падает сатрак Фамос. И падает нам, опять же, береты. Так, Эрик, не паникуй. Ладно, хоть у меня этот по 90 выйдет взять. Он уже третий раз падает. Он себе, да, он что-то тебя полюбил, я так погляжу, братан. Да? Да не, чувак, это вообще не то. Я не думал, что это будет так сложно. Кейсы сейчас же только вышли, ну камон, ну первая партия ножей. Так, хорошо, мы с тобой договорились, хорошо. Вот сейчас, только сейчас. Мне кажется, это подготовка к чему-то жесткому, братанчик. Не знаю почему. Как говорит тигр, затише перед бурей, да? Да. Я хочу обычный ножик, то есть не с каким-то скином, а просто с дефолтным ножиком. Понимаю, еще он выбирает. Посмотри на него, зажрал все. О нет, камон. Чувак, у меня глаза уже бегают максимально, я не понимаю, что нужно сделать, чтобы хоть что-то бы упало. И прикол в том, что ты ничего не сделаешь, ты просто должен смотреть. Как тебе, когда ты вообще в КС начал играть? В 2014 году. Короче, такой же ньюфак. Ну, КС-ка в каком, на 12-м же, да? Да, именно КС, GO, да. Именно КС, да. В 11-м там вроде бы еще бета-версия. Первый раз выпал, кстати, Негев. Это сильно. Ну, мне 50 рублей не хватает. Эрик умеет считать, когда покупает. Опа, Эрик, да, калькулятор. Ну, из этой 20-ки хоть что-то упадет. Не? Опять по 90. Еще два. Чувак, они тебя любят. Может быть, намек, что я петух. Это не вырезать. Видел? Красно, и там еще один петух, кстати, пролетел, если что. Ну, слушай, Фамасов я не видел, я видел только, ну, как бы, авики, поэтому... Я только авик видел. Удивляешь. Да... Пока. Да, как это ужасно. Как это ужасно, он так красиво выглядит, честно. Он так пролетает красиво, прям вах. Если вы хотите знать, то меня сейчас больше всего бесит. То, что все пролетает? Даже шанса нет, дядь. Близко, хоть обосри мне CSGO, покажи авик поблизости, но даже этого нет. Ладно, все, я не нагрею теперь. CS, я хочу авик. Ножик не надо. Хочу авик, просто дай мне авик. Слушай, ладно, давай тогда, знаешь, как будем? Давай вообще не будем верить в дроп, ни во что не будем верить. Давай просто. И перейдем сразу на GG дроп. Делай, так, давай обсудим GG дроп. Типа, вообще, что ты, как ты видишь этот сайт? Ну смотри, мы очень много даем промика, правильно? Каждый ролик мы даем. Я слышал, мне админы говорят, что промик активируют прям очень много. Прям сразу каждый выпуск. То есть, у меня прол выходит, и чувак, ты просто не представляешь, насколько много его активируют. Да, то есть больше 20 тысяч человек. У меня то же самое. Я прошу каждый раз, чтобы увеличивали. Потому что братанчикам же надо же, правильно? Братанчикам первый видел. Да, все, ножик. Сколько ты потратил бабок? 30 тысяч. Реально? Реальных киви. 30 тысяч это условно хороший нож. Это реально хороший нож. Здесь другого слова не подобрать. Вот честно тебе скажу, брат. Не-не-не-не, это с другой коллекции по MP7. Же пофигу, что кидать, чисто понял, мажор. Ну так же. Оу. Бадди. Ну, бро. Я не знаю, чувак, что это за говнище. Кричи на меня, пожалуйста. Короче, если это... Серия соберет 30 тысяч лайков. Завтра в 20:00 выйдет ролик, где я открою на 30 тысяч рублей кейсов. Я не знаю, чуваки, но это говнище. Ну, зато я смогу открыть больше, потому что цена упадет. Ребят, поддержите по-братски лайком этот ролик. И надеюсь, то, что вы сможете этим заняться. Все. А, и, кстати, ну, блин, я не могу на него смотреть. Я открою этот кейс последний, и все.
Да в жопу. Короче, чуваки, все, ставьте лайк, я сниму еще одно открытие, но это забей, планешь, это правда плакать хочется. Я открыл уже 60 кейсов, я открою еще... Я 53. Я открою еще 60, получается. Все, но чуваки. Тебе выпало больше, чем мне, ты понимаешь? Ну, кстати, я могу это продать, да. Окей, ладно, чуваки, все, давайте, я пойду продавать эти скины и... Чуваки, по-братски, напишите в чате F в чат. В комментариях он хотел сказать, но не обращайте внимания. Это Эрик, и когда Эрик в 3.37 снимает ролик, это значит, он хочет спать. Если он хочет спать, значит, он несет часто херню. Фу. Поэтому не обращайте внимания. Все, я ушел. Это конец ролика, и, чувак, не забудь про просьбу поставить лайк, а я уже иду снимать и закидывать на Steam эти гребаные деньги. Это ужас. Ребят, успокойте меня. Я какой-то зверь. Я настроен на победу сейчас. Такие вот дела. И, кстати, если мне что-то упадет, то именно в Инстаграме я сделаю какой-либо пост в сторис о том, что мне выпало. Поэтому, если у тебя нет терпения, то прямо сейчас подписывайся на Инстаграм, я тебя именно там жду. Ссылка есть в описании. Всем пока.